Всем привет! Сегодня покажу, как приготовить гороховую кашу, если для тех, кто не знает, так скажем. Для этого я горох замочила в кастрюле на ночь. Утром я его промыла в дуршлаге, слила воду несколько раз, поставила варить. Добавляем соль. И в конце варки я добавляю тушенку, банку тушенки. И на маленьком-маленьком огне, то есть на единичке, на двойке, гороховая каша должна томиться до такой степени, чтобы горох полностью разварился, чтобы было пюре гороховое. Вот так вот. Такой рецептик. Всем до встречи на моих видео. Подписывайтесь на канал. Всем пока.